Привет, друзья! Вы на канале «Секретные рецепты», и сегодня у меня для вас очень быстрый, оригинальный и простой рецепт. Понадобится всего лишь один ингредиент, и этот ингредиент – сало. Готовится очень легко и очень быстро. Получается очень вкусно, и от кусочка такого угощения никто не сможет отказаться. А если вы, так же, как и я, любите готовить, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять этот и другие мои рецепты. Для этого рецепта подойдет абсолютно любое сало, какое вы найдете. Режем на произвольные кусочки, такие, чтобы легко крутились в вашей мясорубке. Если нет мясорубки, можно использовать обычный кухонный комбайн. У меня 600 граммов сала. Я перекрутила в мясорубке и 600 граммов сала разделила на 3 порции. У меня получилось по 200 граммов в каждой тарелке. А сейчас мелко нарезаем чеснок. У меня 4 зубчика. И добавляем чеснок в одну тарелочку. Также добавляем черный перец и соль по вкусу. Перемешиваем. Отставляем в сторону и берем вторую порцию сала и добавляем паприку и соль по вкусу. Перемешиваем. Вот так должно получиться. Отставляем в сторону и принимаемся за третью порцию. Мелко шинкуем укроп. Укропу вы можете добавить шпинат, если хотите, будет вкуснее. Солим сало в третьей тарелочке по вкусу и добавляем укроп. И, конечно же, хорошо перемешиваем. Далее нужно взять небольшой контейнер. И выстелите его пищевой пленкой. Я делаю это так. Сначала выстилаю донышко, а затем вынимаю пищевую пленку и вставляю внутрь. Так намного легче. Далее перекладываем зеленый слой на дно контейнера и хорошо его разравниваем ложкой. Затем перекладываем белый слой и также хорошо его разравниваем ложкой. Друзья, обязательно поделитесь этим рецептом со своими друзьями и близкими. И приготовьте такое сало и кушайте с удовольствием. Ну и последний слой выкладываем и также разравниваем ложкой. А затем сверху пищевой пленкой накрываем и ставим в морозильник на 3 часа, а лучше на 5. Перед подачей на стол, чтобы хорошо сало резалось, мы вынимаем заранее из морозилки на полчаса и ставим в холодильник. И через полчаса оно уже режется намного лучше. Какой красивый кусочек сала! Так и хочется скушать. Ароматное и очень-очень вкусное получается. Очень сложно отказаться от кусочка такой вкусноты. Обязательно попробуйте приготовить такой вариант. Смотрится великолепно и в нарезках на столе. Такой красивый бутербродик отлично утоляет голод, и его можно брать смело с собой на работу для легкого перекуса. Храним такое сало в бумаге в морозилке. Это правда очень-очень вкусно и оригинально. Пробуйте, делитесь, ставьте лайк и подпишитесь.